Сегодня в рамках рабочей поездки в Москву губернатор Сергей Морозов принял участие в заседании Совета территориальных органов ФАС России. На мероприятии руководитель антимонопольного ведомства Игорь Артемьев рассказал о текущих задачах Федеральной антимонопольной службы. Глава региона предложил коллегам заключить соглашение, которое подразумевает совместную работу по развитию конкуренции в Ульяновской области. Игорь Артемьев признался, что это первый случай за все время существования службы, когда глава региона предлагает выйти за рамки уже действующего стандарта развития конкуренции. Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Юрьевич Артемьев отметил, что эта инициатива губернатора, эта инициатива была первой среди регионов Российской Федерации. Речь идет не просто о защите конкуренции, а о развитии конкуренции и о тех мероприятиях, которые необходимо в связи с этим сделать в регионе. Руководство ФАС России и губернатор надеются на то, что план по выполнению этого соглашения принесет реальные результаты в развитии конкуренции в тех или иных областях экономики Ульяновской области. Правительство Ульяновской области планирует сделать проконкурентные программы в различных сферах. Игорь Артемьев выразил готовность помочь в намеченном как со стороны территориального органа, так со стороны центрального аппарата. Уже принято решение, я это озвучил и для региональных и муниципальных властей, о том, что там, где у нас развита уже конкурентная среда, и одновременно присутствуют либо муниципальные, либо региональные государственные предприятия разной формы собственности, или акционерные, или уж тем более унитарные, эти органы, эти организации, прошу прощения, будут ликвидироваться, и вся деятельность будет сосредоточена только для развития малого и среднего предпринимательства. Глава антимонопольного ведомства отметил, что соглашение должно помочь региону стать одним из пилотных проектов по развитию конкуренции. Дарья Судрева, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.